что, Дашенька, поздравляю с днем рождения сына. И я тебя поздравляю, дорогой. У меня сегодня веселый, необычный день. Встал с кровати и гулять вышел, мне совсем не лень. Откопаю в жизни позитив, даже если всюду негатив. На прекрасные глаза открыв, а на ужасы закрыв. Говорят, я странный, и я, наверное, соглашусь. Пошутить на всякие темы я не откажусь. И всегда со мной моя семья, а также друзья. С днем рождения, дорогой Баркли, процветания сил. А еще здоровья, успехов, чтоб счастливым был. Спасибочки, приятно так, мне без вас совсем никак. Поздравляете меня, чего же еще мне пожелать? Да ничего, с виду просто общительный парень, да все так и есть. Но со мной времяпровождение не может надоесть. Почему же так? Ответ простой, он парень смешной и крутой. Все верно, друзья. Моя семья всегда со мной. Мои друзья дают настрой. А отношения, зачем они, когда со мной все близкие мои? Слухи были, что меня возле мозга пронашли. Как такое быть вообще может, что вы спятили? Ну да ладно, это ерунда, не поверю ей я никогда. Отвлечемся мы от темы сей. Прокид, галерею врубайте скорей. Вы на Мартов с Баркли прислали, молодцы, друзья. Делал конкурс у себя в телеграм-канале я. Ссылка в описании. Нам нечего пока что пить, во время на арты поглазеть. Я напою чего-то там. Все просто класс. Спасибо вам. Все постарались. Все молодцы. Я знаю, что нас смотрят офигенные творцы. Так, ладно, мы торопились, поэтому письма написать не успели. А что насчет победившего арта? А, это... Короче, победила эта работа. Мы ее используем кое-для чего. Для чего раскроем позже. Поздравляем победителя. Остальные участники, не расстраивайтесь, вы тоже большие молодцы. Впереди будет еще много конкурсов, и у вас будет шанс победить. Абсолютно верно. С днем рождения, Баркли. Спасибо, друзья. Спасибо, что были со мной все эти годы.